Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы начинаем проходить игру Horizon Запретный Запад. Как-то так, там что-то я не помню, не буду вспоминать, как это на английском звучит потом, может быть. В общем, Запретный Запад я только включил, только установил, только включил, вообще еще ничего не настраивал, так что давай мы сразу пройдемся по настройкам, чтобы нам потом как бы не это самое... Вдруг какой-то ролик будет, поэтому я решил как бы сразу все это начать. Вроде все запись все идет. Я уже 100 лет не записывал ничего на плойке, уже 100 раз переустановил систему, 100 раз поменял железо, поэтому вроде как я все настроил, вроде как все работает. Надеюсь, ничего не проебался нигде. В общем, что хочется сказать. Я собирался поиграть в нее еще, как я говорил, еще на релизе на самом, но как-то что-то не сложилось. Потом я вообще выпал на полнедели из жизни, заболел грипп, ОРВИ, не знаю, что там, короче, температурил, неважно. И вот, короче, я выздоровел. В общем, я купил, я установил, я все подключил, я молодец, и мы сейчас начнем с тобой это дело, все это дело закреплять. Закреплять, смотреть, окей, подтвердить, да, нормально. На Sony Interactive Enterprise, это Present, представляет. Представляет он нам свою вторую игру. Что-то... О, всю звук появился. Проведенную в погоне за знаниями, меня мучил вопрос. Как же возник наш мир? Предтечи исчезли 1000 лет назад, запустив уничтожение жизни. Она показала мне, как мир возродился. Юная изгнанница, не ведающая своей важности. От нее я узнал, что жизнь спасло технологическое чудо. Новый рассвет. Система терраформирования из 9 программ функций. Вместе они могут превратить Землю из голого... Ну, короче, нам повествуют то, что было в первой части, понятно. Давай, ладно, хер с тобой, послушай. Я недавно ее проходил, я все помню. Хранимый и оберегаемый. Прохождение, кстати, есть на канале, смотри. Смотри, быстрее переходи. Переходи и смотри. И дополнение тоже проходил. Все по папочкам, все аккуратно, все прям подписано. 1, 2, 3, 4, 5, все. Все для тебя. Секрет. Она клон Элизабет Собек, создавший новый рассвет. Рожденная предотвратить... Ну, по звуку вроде, кстати, голос мне нравится, громкость. Вот маленько, наверное, музыку надо убавить и эффекты громковато. А так, в принципе, нормально. Спятившего ИИ, которому дал сознание таинственный сигнал неизвестно. Вот, точно. Нужно же сейчас узнать, что это был за сигнал. Она победила в великой битве за город Меридиан. Ей вручили медаль. И стала защитницей всего человечества. Она была очень полезна, но я должен двигаться дальше. Она хочет исправить все, что натворил Аид. А я совершил новое открытие. Что возвещает разрушение и возможность. Надо срочно подраться с этой большой хренью в этой части. Я когда первый проходил, я ждал все боя с этой здоровой хуйней, но такого и не было. Так, что, настройки. Давай зайдем, сразу все это сделаем. Все это, чтобы у нас все это... Ой, не сюда, ой, что? А, во. Так, субтитры, стандартный размер субтитров, фон субтитров выключен, звуковой ввод не надо, громкость музыки. До свидания на семерочку. Речь пока не надо нормально вроде, эффекты, давай, наверное, эффекты вот так, громкость музыки на 80, там посмотрим, громкость звуков машин, что, блядь, еще отдельным, прям отдельно, совсем серьезно, ну ладно, потом посмотрим, хуя настроек. Так, специальной возможности нет, не надо, дополнительно, что это, авторы, повтор видеоролика, и ничего не надо, давай, все, погнали, короче, повествование низкий, нормальный, средний, высокий, я ебу, что ли?
Да, повествование на уровне сложности повествования вас ждут упрощенные бои, почти не отвлекающие знакомство с мировым сюжетом. На низком уровне сложности вас ждут несложные бои, дополнительные знакомства с миром и сюжетом. Нормальные. На среднем уровне сложности вас ждет оптимальный баланс. Следующий, бла-бла-бла, да? Давай, оптимал. Оптималочка. Если что, понизим, если будет сложно. Так, что это? Помощь. Исследователь, минимальный интерфейс, чтобы разобраться в ситуации, изучать окружение. Не, ну да, это первое прохождение, ну как без подсказок. Серьезно, что ли? Я же не разберусь ни в чем, я психану нахуй. Пусть подсказывает. Это первое прохождение, пусть хотя бы в начале игры-то надо же показать там, куда ходить, на что бежать. Так, автосохранение происходит регулярно по мере выполнения каждого этапа задания. Сохраните игру вручную можно у костров. В принципе, как и в первой части тоже. Так же было все. Это что? А, это идет. А, это загрузка идет. Я думал, это просто какая-то подсказка. Ладно. Ладно, мы подождем. Так, записи у меня все идут, идут, ага, идет. Я просто очень 100 лет прям не пользовался ОБС-кой. Я ОБС-кой конкретно записываю всегда с плойки прохождения все. Поэтому я не так часто ей пользуюсь, как ты понимаешь. Потому что, ну, с плойки я не так часто пишу игры. Поэтому я всегда в ней сомневаюсь. Всегда сомневаюсь, что я что-то просто бывает, не знаю. Мне кажется, что я что-то забыл, блядь, настроить всегда. Что-то, блядь, не так. Но вроде все так. Вроде звук ползунок бегает, звук пишется, все нормально. Картинка тоже вроде все есть. Качество я тоже проверил, все вроде как работает. Я не успеваю. Все равно, как ты знаешь, на душе хуёво. Все равно. Вот первое прохождение всегда как-то на душе хуёво. Что-то не так, кажется, что-то не так. При рендеринге всегда будет видно, что не так. Люди страдают. Ладно, все, слушай. Начнется голод. Твоя система терраформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Конечно, только ты. Только во мне живы твои гены. Только в тебе. Скоро мы достигнем критической точки. Элой, герой. Или и нет? Тогда мы вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Геи, управляющего искусственного интеллекта. Так она же вроде Гея сказала, что ее можно будет вернуть. Главное сначала, типа, победи Аида. Она же там, это, по-моему, говорила что-то такое. Так что в чем проблема? Ну давай, Аида-то победили, все, типа, надо возвращать Гею. Я вижу один и тот же сон. Ой, блядь, у меня до сих пор насморк еще остался. Так что, если что, я извиняюсь. Я, конечно, я иду под сияющим звездным небом. Пофиксирую все это, чтобы не было шмыганий всяких, постараюсь. Но все равно, заранее извиняюсь. Не до конца еще не проболела. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. С чего она тебя будет ждать-то? Она же даже не знает о твоем существовании. Тебя, блядь, клонировали хер знает сколько лет спустя после ее смерти, алё. И на мгновение я счастлива. Не, громко, блядь, что-то разговаривает. Мне показалось, что нормально было по громкости голос, но что-то она громко говорит. Либо тот нигер так тихо говорил, либо она орёт. Тьфу-тьфу, нельзя говорить нигер. Нигер — это не политкорректно. Афроамериканец. Хо! Трава за трусы схватила. Давай, там, дай мне настройки, надо маленько громкость болтовни твоей понизить. Громко разговаривает. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Геи. И я сделаю для этого все.
Тебе не жарковато, блядь? Обещаю. В этой одежде, серьезно, нахуй. Еще шарф надела, блядь. Там течет, наверное, вообще со всех щелей. О, бля. Ой, а бороду... Бороду отрастил, еба, мужик. Ебать, мужик. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. Оба. Что ж. Возмужал-то, слушай, возмужал. Раз ты сбежала, значит важное. Можно мне настройки, пожалуйста, спасибо. Звук. Так, давай ему вот. Так, вот, вот так. И типа, ну вот так. Надо лезть в руины? Пойдет. Или пытаться справиться... Не, нихуя. Терпеть не могу первый запуск игры, сука. Вот так, так и вот так. С порчей? И то, и другое, но я... Не, это она громко разговаривает, овца. У нее голос какой-то громкий. Я долго тебя искал. Ладно, хер ты. После всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Ясно. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Ебать. Я не надеялся видеть, как ты. Ебать, копать. Да их там, ты, блядь, тонны валяются. Я покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве нужно много объяснить. Сделаю это по дороге. Все, пиздец, абориген сейчас с ума сойдет. Их же там дохера было, визеров-то. Как ее называть-то? Вот так видишь? Где у Нора-то? У Нора это... Блять, как ее? Скала где там? Куда в первой части это все попасть пытались, алло? Я не помню, как это называется. Короче, там было дофига визеров, прямо. Прям дофигища. Видимо, она мешочек с собой прихватила. И раздает сейчас всем подряд. Типа, ты пойдешь со мной? Ну на тогда, держи мобилу, чтобы быть на созвоне с Личом. Ну дай уже, дай, блядь, поиграть-то, алё, хвары, сука, своими, блядь, заставками, ёб твою мать, ну серьезно. Все, графика плохая стала, значит, играем. Что ж, иди сюда, я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен, давай начнем. Так, давай, подожди, ой, 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 что так резко-то, пиздец. Растения здесь не такие, как в священной земле. Так, собрать лекарственный покажете, версток. Они типа уже прям на запад ушли или только идут туда, я не понял. Так, а как мне вверх, ага, понятно. Ага, зато сразу становится лучше. Ладно, идем дальше. Так, ага, кувырок на кругляшочек. Что-то как-то маленько, не знаю, мне может после God of War как-то маленько неудобно или что-то да, типа того. Как-то не знаю, как-то не так. Ой, так, ага. Крестик, прыжок, тупо прыжок какие. Так, осмотреть порчу. А, красная это порча, да? Местами порча отслаивается, как мертвая кожа. Так она распространяется. И что, она типа ядовитая или что? Так, а как мне пользоваться визором? Так, ага, прицел. Удар копьем, ясно, понятно. Легкий удар копьем. Ага, селектор. Ага, ага, на R3. Окей, понятно, все, пойдем. Вон руины. Куда нам и надо? Понятно, я тебя понял. Тут несколько спусков. Не знаю, кто протянул тут веревки, но по ним можно спуститься. Поддерживаю.
Веревки-то нихуя труба, блядь. Веревки-то смотри конкретные, блядь. Какие-то грузовые, нахуй. Сложно объяснить. Считай, что это набор действий, которые могут все исправить. А, нельзя по порче ходить, ха-ха-ха, хпшка отнимает. А чё никто не сказал-то, что хпшка, блядь, отнимается, если на порчу вставать, алло. Коршуны. Собирают детали машины. Ну и не трогай их, пусть собирают. Они бросили корпус машины. Ой, какое тут все зеленое в этой части, прям обосраться можно. Прям все зеленое, серьезно. У меня, наверное, будет на превьюшках этот ободок зеленый. В тему, чтобы было. Все зеленое будет. Окей, ладно. Допустим. Рамочки, не ободок, а рамочка. Рамочка у меня будет зелененькая рамочка. В той машине куча стрел. Я обычно выбираю цвет для рамки, знаешь, как это, по логотипу. Если в логотипе есть какой-то цвет у самого логотипа, значит такой же рамка. Если нету, то любой попавшийся понравившийся мне цвет из первой превьюшки, вот и все. Как бы ничего сложного нет. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю. Но стоит изготовить стрелы. Тому, кто, наверное, как бы, ну, сделал веревки, алё. Там древесник у ручья. Там лестница. Но отсюда до нее не достать. Точно, пущенная стрела всегда поможет. Ладно. Ну вон. Надо изготовить стрелы. А, у меня нет стрел, я бичара еще без стрел пришел сюда, хуй. Мы вступаем в игру без хпшки и без стрел. Алло, ты что сделал это вообще? Так, а удерживаем, ага, крестик. Готов. Бацки, бацки. И у меня стрелы готовы. Молодец, хуй. Ну, тут какой-то тоже, видимо, исследовательская какая-то херня была, да? Не знаю. В пакете... Не, ну, выглядит масштабно. Мне нравится, как она выглядит. Серьезно, она выглядит масштабно. По сравнению с первой частью, даже, ну, первая часть заебись выглядит. Но это прямо, знаешь, такой чувствуешь себя в маленьком, прямо в больших джунглях каких-то. Прикольно. Прикольно. В Меридиане, когда я ушла. Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял. Раз ты ушла, значит так надо. И вы были правы. Я там видел лестницу. Не пробраться. Я это понял. Я там видел лестницу, но я не понял, как до нее добраться. Надо, видимо, чтобы мне ее кто-то скинул. Потому что она, видишь, как типа смотанная лежит. Может его туда типа как-то подсадить? Или ты меня подсадишь? Не подсадишь? Элой, сюда. Чё? Похоже, здесь мы сможем пройти в руины. Я ты глазастый. Так, веточки собираем. Обязательно. Отлично. Ты как это заметил-то? Серьезно, за углом что там находится? С ума сошел? Это какой она ему визор дала? Дай мне его лучше. Я у него визор жесткий. ВХ-шит, блядь. Сквозь стены, прикинь. Давай в траву. Никогда таких не видел. Я тоже. Это енот. Или как они? Суслик или... Да, суслик, да? Смотри, а хоба и под землю уйдет. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Ладно. Сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Нарокоп. Это слабые места. Ясно. Ага, на хвосте, да? Или на заднице, не понял. На заднице. Ну-ка, покажи. Так, туловище, прочная оболочка, защищающая синтетические мышцы, бла-бла-бла. Оптическая деталь, крайне уязвимая к урону. Просто, да, к урону уязвимая? А, это в глаз, ага, понятно. А это на грудаке у него что-то есть, мешок с сжатым воздухом. Отбив его, вы лишите машину дезориентирующей атак и бла-бла-бла. Так, контейнер для хранения ценных ресурсов. Отбив его, вы сможете забрать его содержимое.
Понятно, контейнер мне не надо. Мне надо стрелять, короче, либо в глаз, либо в грудь. Но в глаз, как бы, наверное, будет проще попасть. Я готов. Так, сконцентрируйся. Убейте машину дополнительно. А то есть ее еще убивать не обязательно. Не, ну она же не живая, поэтому ее как бы можно убить. Пиздец, куда я попал? Во, ща куда-то попал. Ох ты, блядь. Че это было, блядь? Я, блядь, с ума сошел. Там еще один. В смысле? Да, блядь, я увернулся, пытаясь на крестик, сука. Опа. На, сука, хорош. Хорош, блядь, чай я разыграюсь, пизда вам всем. Он считывает данные с машин. Как охотник, изучающий добычу? Ага, вроде того. Нашла что-нибудь? А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Король Солнца отправил людей восстанавливать город, а я пошел искать тебя. И не брился все это время. Так же, куда? Куда? Еще лестница. Надо отстрелить замок. Так, ну это теперь легко, окей. Ты говорила, что нашла визор еще ребенка? Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. А как пригнуться-то, я что-то не понял. Она просто там сама пригнулась. А как мне пригнуться, если я хочу, допустим, ну, в стелс уйти? Не переживай. Не, это сканер, это не то. А как пригнуться, алло? Сюда. Ну, я не научили пригибаться, блядь, серьезно. Не понял. Приветствуем в пусковом комплексе дальнего зенита. Дальний зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом, но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Ага. Похоже, они не очень-то ладили с Элизабет. Что ж, нас не пускают впервые в жизни, блядь, серьезно. Элизабет Собок не пускают, охуели. Так, что это? А, ну это пойдите на продажу, берем. Да иду я, иду, заткнись. Закрыт. Отстань. Кажется, иди нахуй. Можно вскрыть. Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. И что сделать-то? Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Пошел дальше. Логичный ответ на тупой что вопрос. Весь лагерь разрушен. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало. Какие-то озерам смотри, одеты. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Какой? Сейчас, подожди, да я обшмонаю, может, тут что есть. Мы сейчас собираем все подряд, потому что у нас сейчас вообще ни хрена нету. Здесь что-то упало будто, и так... Пролетел, как, блядь, метеорит какой-то. Mm-hmm.
штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Удиви. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Этот крюк может цепляться за что-то. А механизм его притягивает. Оно сломано, но может мы его починим? Зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. А визор поможет найти в лагере детали для починки устройства. Визор обнаружил пару интересных вещей. Бедняга. Кислота прожгла его броню. Тут куча припасов. Броню, блядь. Они полуголые дерутся, алё. Точнее, верёвки. Броня, блядь, серьёзно. Деталь машины. Пригодится для починки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. Тут типа можно клепать, что ли? Прям серьезно? Натуре. Так, и чё? Крюкохват. Берем. Крюкохват готов. Теперь надо его испытать. Так, крюкохват... универсальный инструмент, позволяющий вам взаимодействовать с объектами окружения, если они пригодны для этого. И как? Так, чтобы взять крюкохват, удерживайте и нажмите треугольничек. Так. Чтобы выстрелить из крюкохвата, удерживайте ясно. А чего нахуй надо? А, держать надо. Понятно. Помог бы хоть мужик, ёб твою мать, ты серьезно? Лучше, чем я думала. Стоит, смотрит, блядь, как девочка маленькая тягает, блядь, камни. Вот, сука, кавалеры, блядь, пошли, серьезно. А это что? Не знаю, давай нажмем. А это что такое? Да не знаю я. Ого, доброе утро. Я Освальд Дальгард, и я рад представить вам проект «Дальний зенит». Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз – добраться до звезд. Чё просканировать-то? Я нихуя не пойму. Пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Кого они хотят, чтобы я просканировал? Я нихуя не понимаю, что надо. Что в этом общем зале? Мы скоро узнаем. Ой, не то. Да, бля, не то. Я что-то делаю не так. Подожди, нахуй. Подожди, блядь, вы можете зацепиться за специальную отметку, чтобы зацепиться за точку, прыгните и нажмите А. О, блядь, нихера себе. Ого. Ого. Получилось. Получилось, блядь. Крюкохват — полезная штука. Да, тебе не дам. Жаль, что он всего один. А, ничего не знаю. Не переживай, я найду тебе путь наверх. Ничего не знаю, мое. Сделай себе свой. Так, ну все, теперь я понял. Опа, так вот и все.
Хорош. Ты что делаешь-то? С ума сошла, что ли? Куда она прыгнула? Я чуть не обосрался. А я нажал? Охуела, что ли? Я нажал. А я нажал, прикинь, а она не зацепилась. Вот сучка. Ладно, дубль 2. Может, я куда-то не туда нажал? Ну, я на крестик, блядь, нажал. Ну, там не появилась окружочка, типа, чтобы зацепиться. Что за барьер? Или там нужно было просто, типа, с разгону прыгнуть и все? Куда она прыгает-то? Я просто нажимаю кругляшочек, чтобы она слезла. Ебанутая. А, да, надо было просто прыгнуть. Ладно. Просто раз с разбегу прыгнуть. Так, надо скинуть лестницу в арму. Не, надо вон туда сначала попасть. Там, смотри, что-то есть. А туда, наверное, надо вот так вот. Опа. Не, нихуя. Не, не работает. Да ёб твою мать-то. Ну, не надо это. А, вон. Опа. В смысле? Тяни давай. А-а-а. Ёб твою мать, даже учиться не пришлось, просто сам догадался. Хорош, какую-то шоколадку нашел, что-то деревянный колокольчик какой-то, железный слиток. Чем выглядит как шоколадка. Принимай вару. Спасибо. А что тут прям, что-то какие-то звезды, смотри. Магия. Магия. Либо проектор какой-то глючит. Люди. Homo sapiens. Мы. Мы всегда преодолевали границы. Исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Короче, это окажется, что там люди живут себе преспокойно уже хер знает сколько лет, по-любому. Как в этом, как он? Бля, точно. Сериал этот «Сотня». Кто смотрел, поймет. Отвечаю, так и есть. В систему Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Одиссее понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И как говорил наш основатель Питер Чевумбе, истинное бессмертие... А чё у него лицо замылено? Данные повреждены. Конец просмотра. Предтечи могли летать по небу? Ну да. Между звездами? Ну да. А, ну, да, вроде как. Тот корабль, Одиссея, так и не долетел до звезд. Почему? Что-то пошло не так, он взорвался. Откуда ты это знаешь? Откуда он это знает? Я первый раз слышу. А, пиздит. Поэтому Элизабет отдала им копию Геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да, активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Ну давай. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика, новые инфекции, бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Надо съебать. Надо просто съебать с этой планеты и все. Логично, да, приятели вообще прямо шарят. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее.
Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Где люди, там проблемы, ёб твою мать. Ну, будут там проблемы на другой планете, какая разница, проблемы все равно будут. Без проблем, да, проблем никуда не деться, алло. Всегда найдется какая-нибудь скотина, которая будет все тебя обсирать. Этих людей заботило только спасение своей шкуры. Ну, да, в итоге у них ничего не вышло. Откуда ты это знаешь, я понять не могу. Этот Освальд упоминал центр данных. Я, может, что-то не помню с первой части, блядь, но я недавно проходил, я все помню. А может, не помню. Не помню, нихуя не было. Там про Одиссею вообще ни слова не было, отстань. Вот, копия данных. Она должна быть там. Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. Идем. Идем. Лес захватил все это здание. Я заметил. Спасибо за логичное разъяснение твое, блядь, надоедливое. Показушница. Отстань. Я же не виноват, что ты лошара и не нашел себе такую же. А я тут лут собираю, а ты не можешь, потому что ты не можешь. Думаю, визор поможет. Зачем? Я и так знаю, что сделать, алё. Я догадался. Ну, вот и всё. Хуя у неё мощь. Видал, сука, не подходи вообще, блядь. Вырвало, аж камни разлетелись с разные стороны, блядь. Так, куда нам? Я просто смотрю, может где-нибудь еще куда-то залезть, и можно полутать что-нибудь. Наверху. Червяк, червяк, червяк. Не знаю, червяк какой-то. Ёпта. Червяк. Да по-любому, по-любому. По-любому большое и такое это. Как червяк. Как раз там был такой этот. Как ров такой, будто кто-то прополз, я тебе серьезно говорю. Наверх. Кислотный червяк, сука. Опять эти кротохрени это. Наракопы или как их там? Капоноры, блин. А я займусь той, что справа. Ладно. На подходе. Как приседать? Или она сама приседает в кусты? Как это работает? Сначала нужно просканировать. И узнать маршрут. Вот и ее маршрут. Я на месте. Подберусь поближе. По твоей команде. Главное, незаметно. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить. Да. Смогу подкрасться и ударить. Так, подожди, камень. Надо выбрать момент. Так, бросьте камень, чтобы отвлечь врага или заменить. Понятно. Теперь можно вырубить ее ударом копья. Ну да, метка. Метка нихуя не скажешь. Нормально, блядь. Для приличия бы попало по нему. И моя готова. Да. Зато ты не сможешь убить так же, как я, нахуй. Абсолютно не попав в своего противника. Как приседать и как вставать обратно, алло? Ну, вставать обратно, просто побежать. А как присесть? Меня не научили приседать, что за хуйня? А, квадратик. Спасибо, суки. А ты что не лутаешь-то ничего, дружище? Тебе что, ничего не надо в этой жизни, что ли? Тобой справимся. Где? А, вижу, понял. Ой, пиздец. Ау!
копать, копать! Я увернулся, не пизди. С этими все. Ебать. Ну что-то я попал под пиздячку. Кстати, я тут заметила, ты решил немного сменить стиль. Да, я тоже заметил. Да, все никак не успевал побриться. Торопился найти тебя. Я догадался, что ты не брился. Не переживай, это не навсегда. Хорошо. Да мне похеру. Прости, что смутил тебя усиками, избранная. Проход в трусики. Ой, иди ты нахер, блядь. Сука. Сколько время-то? Ой, время-то уже пиздец, время поджимает. Похоже, этот малыш попался в ловушку порчи. И не выбрался. Ну, печально, ёпт. Надеюсь, он не мучился. Жалко, печально, но чё на это смотреть стоит? В чём прикол? Я думал, там что-то сюжетное, что-то полезное. Похоже, Азерам использовали взрывчатку против... А, ну это Азерам всё-таки, да? Им удалось парочку завалить. Похоже, там было заграждение. И машины его прорвали. Это ты дура, обыщи. О, спасибо. Похоже, Азерам не успели им воспользоваться. Осторожно, ловушки. Мы их заберем. Вот, получила немного припасов. Главное, что ты цела. Убрала и получила еще припасы. Еще один лагерь. Пока мы здесь... Давай сделаем свои ловушки. Пригодятся в сражениях с машинами. Не, я ими не пользуюсь. А, я про них забываю обычно просто. Так, у меня есть все, чтобы собрать ловушку. Так, удерживаем. Ловушка со взрывчаткой. Ага. Ну, изготовить. Есть. Взрывная ловушка готова. Если кто-нибудь в нее наступит, тут же взлетит на воздух. Да. Уесть. Капитан, очевидно, с ней иначе. Сюда, Элой! Вроде бы тут подъем. А ты чё, не пойдёшь? Впереди машины. Так, сесть. Ага, всё нормально. Заметили нас. А как ты залез? В смысле? Я уже видел такую машину. Мусор. А я нет. Почему? Его слабые места. Мусорщики мы встречали на первой части. Алё, ты чё, дура, что ли? Что ты сделал? Так, давай мы их отметим сейчас вот так, вот, куда они там ходят. А потом мы поставим, ты прав, поставим ловушечку. А, только одного можно отмечать, куда идет. Ладно, давай тогда, значит, с тебя начнем. Надо бы прыжок, чтобы подальше она прыгала, что-то она прыгает недалеко. А-а-а! Нет тут ничего, нахуй, иди. Это ты меня палишь своей бородой, слышишь? Угомонись. Хуй глаза-то обосраться можно. Иди отсюда. Иди отсюда, Ватига. Взять. Взять. Хорош. Нахуй твои ловушки, сейчас мы разберемся, камушком все сделаем. Так, и вон того. Сейчас мы их уберем и на этом закончим. Так, отобразить путь. А, он друга потерял, пиздец, бежим.
Иди сюда быстрее, быстрее. Прямо в задницу тебе. Готово. Что ж, идем дальше. Стелсуем нормально. Камушек забираем. Бывало во многих войнах и течь. Они все такие? В каждой хранятся тайны, но в остальном они разные. Так, а как туда за... А, во. О, подожди, там что-то есть. Ага, берем. Ого, похоже, та машина, что мы видели, двигается. Надеюсь, похоже. Ты что так орешь, с ума сошла? Не позорься. Она почему так прыгает-то по ебанутому? Раньше было на кругляшочек просто, чтобы она отпустила это все дело, а она, блядь, прыгает куда-то непонятно. Там снаружи серьезная буря. Ага. Они все сильнее. И все чаще. Все эти бури, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да, но без копии данных я не справлюсь. Кажется, мы нашли способ попасть в центр данных. Давай срежем через то большое здание справа. Все, наговорились? Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.